В Советском Союзе песни группы «Битлз» можно было услышать не только подпольно на западных радиостанциях и пиратских пластинках. 10 марта 1974 года состоялся концерт Муслима Магомаева, одного из самых популярных певцов той эпохи. В программе были как классические песни советских композиторов, так и зарубежных. После исполнения мексиканской песни «Гранада» неожиданно для всех Магомаев исполнил песни «Битлз Yesterday» на языке оригинала. При этом эфир шел из Дома Союзов, прямо по советскому телевидению. Можно сказать, это было первое живое исполнение песни ливерпульской четверки в СССР.